Фонд обязательного медицинского страхования Чувашской республики празднует свое 25-летие. Поздравить организацию со знаменательной датой приехали и коллеги из других регионов страны. Участникам конференции вручили почетные награды за особые успехи в сфере медицинского страхования. Свою работу фонд начал в 1993 году. Тогда в его составе было всего 9 человек. Сейчас же в компании работают 78 сотрудников. Сегодня сфера обязательного медицинского страхования является неотъемлемой частью здравоохранения региона. Она обеспечивает не только стабильное финансирование медорганизаций, но и предоставляет гражданам равный доступ к получению медицинской помощи.